Давно б я пел на сцене, но люди говорят, что нет вокальных данных, что голос слабоват, что даже при поддержке команды корабля не взять ни этой самой проклятой ноты ля. От Одессы до Херсона днем и ночью неуклонно держит курс наш старый пароход. Танцуй! И повсюду вместе с нами над высокими волнами от Одессы до Херсона песенка плывет, плывет. Я уже хочу идти, там бабушки. Да хочешь, иди, дай поздороваться, продают. Я хотел да людям успеть пожелать уже хорошего настроения. Что ты у меня постоянно гундосишь, ёшкин ты кот, давай как-то по-новой. Поёт и поёт. Чпунь, бздынь, слышишь, мы, как это, я весь мир заряжаю хорошим настроением, вот с собой справиться не могу. Друзья, всем привет, с вами Одесский Липован, привет, мои хорошие. А ну что ты сказала? Ну дятину куда? Ну дятину? Да, повеселее надо. От Одессы до Херсона днем и ночью неуклонно держит курс наш старый пароход. И повсюду вместе с нами над высокими волнами от Одессы до Херсона песенка плывет. Короче, оператор, ну тебе в баню. Ребята, сделайте ей приятно в комментариях, пожалуйста, елки-палки. Они и так делают, ну, не регулярно. Короче, друзьяки, мы на привозе. Как это, всем приятной прогулки вместе с нами. Посмотрим там цены, поговорим с хорошими людьми. Короче, есть там места, куда надо зайти. Кого давно не видели, ты шо привоз, елки-палки, ты шо, душа Одессы, идем. Пошли вот я уже чувствую, молодой картошкой пахнет столько. Сколько? Не знаю, она стоит. Идем, узнаем. Катюня, огромная просьба. Да. Цветы все не скупай. Оставь немножко людям. Какие красивые тюльпаны. Да ты не меня сегодня снимай. Мы так на привозе. Тебе, говорю, тебе надо снимать надо все, кроме меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая у вас красота. Ну что тебе подарить? Все. А? Все. Знаешь, там, как... Давай, пока мы не начали сильно снимать, дай мне чуть денег, и я тебя буду удивлять. Да я так сама себя удивить могу. Ты что? При живом мне она сама себя удивлять будет, елки-палки. Смотри, капуста, тюльпаны, все, что хочешь. Шикардос. А, вот ей надо крапивой, да, по одному месту, чтобы чесалась и свербила, да? И не сбивала меня, да. Ты что, ну дятину я пою, ешкин ты кот. Ты, слушай, если ты поняла смысл песни, да, я поняла. Давно бы я пел на сцене, но люди говорят, что нет вокальных данных, что голос слабоват, что даже при поддержке смотри, вот команды корабля не взять ни этой проклятой ноты ля. Вот, точно. Поняла? Фу, слышишь, рассада. Это самшит. Вот что это красиво? Да какой самшит? Вот это что? Не знаю, какие-то. Какой-то кактус одесский, а? Ну, ты такие. Я такой не хочу. Это отчиток называется. О, я ей говорю, она мне говорит, кактус, кактус, вечно зеленый. Шикардос. Ты вообще видишь? Я не помню, я говорил или я подумал? Ты говори, я все равно смотрю по сторонам. Сосна. Хорошо, ребята, мы сегодня карлик пришли на привоз не просто так. Будем готовить в ресторане плов настоящий, замечательный. И мы давно хотели показать... Сосну полукарлик. Это соснешь ты и у кого угодно, елки, и у полу, и... Фу, Серёжа. Вот тебе на, что ты мне такие слова вставляешь? Я вообще-то говорил... Плов. О, вон розовый... Катя, ну его нафиг этот бардак. Да, я скажу что-нибудь, потом ты будешь тарабанить все подряд. Мы сегодня пришли, зайдем там, короче, в удивительный магазин, где Марат все берет для плова. Там, где продается зигер, там, где продаются замечательный рис, ты поняла? Розовые тюльпаны, иди бери. Очень красивые мне. Я услышала про плов, Серёжа. Ты посмотри на меня. Ничего. Куда мне еще тюльпаны? Вон, посмотри, какие шикарные. Ой-ой-ой, нет, видишь? Такие надо брать. Здравствуйте. Надо? С праздником. А почем ваша прелесть? Букетик 40. Договорились уже. Что, тебе три букетика хватит? Нет. Пять? Он только нет. Срезанный, плотный, хороший. А я же вижу, что еще даже не развернулся. Ага, ух ты, упругий. Он будет стоять долго. Ты будешь думать или дашь мне денег? Ну бери, бери. Так, деньги-то у тебя. Я рассчитаю. Ладно, дайте ей, пожалуйста, сколько она захочет. Вот я сегодня такой, что букетик, просто... Бери. Один? Да. Да возьми три, подаришь кому-то. А я сейчас там бабу еще возьму, подарю. Сереж. Давай. Давай, бери. Давайте три букетика. Раз. Так, может, я все три и подарю. Хорошо. И ни одного тебе. Договорились. От Одессы до Херсона днем и ночью неуклонно держит курс наш старый пароход. А, бабки есть, можно и спеть.
И повсюду вместе с нами, над высокими волнами, от Одессы до Херсона, песенка плывет. Ты хоть бы поторговался, раз ты берешь. А зачем? Тебе не стыдно? Для приличия. Правильно. Давайте 3 по 50. Ты нормально? Же на прервозе. Все, давайте вот так вот. Не, давайте за 150. Уже, ладно, уже, если уже как это, не хотите по 40, давайте по 50. Как я тебя торгуюсь? Вот то не подсказывай мне. Все, и вам удобно, значит, давайте. И мне приятно. Можно теперь, я пойду? Понимаете, почему деньги у нее? Да. Я еще тот торгаш, елки-палки, да? Почем тюльпаны? Ох, а хорошие, как ваша куртка, видите? Очень красивые. Я вас где-то видела. А, так и я уже. В этом. Да, вот в этом. Ага. В телевизоре. По телевизору показывали. Ага. Так, это вот вам. Почем они? 40 гривен. Ты что? Ага, да не надо, оставьте, вам пригодится. Я в руке понесу. Тут, чтобы ребенка не профукать. Вот и очередь пошла. Ты видишь, Катюшечка? Какая ты? Они все свеженькие. Могу дать потрогать у меня. Хрустящие. По 40 отдают, а я по 50 взял. А может, вам по 30 дадут? Тут надо торговаться, это привоз. Алло. Ага, с удовольствием. Доброе утро, Марат. Мы тут тюльпаны покупаем на входе. Короче, между Оптовым и Бабы Катей. Между Оптовой и Бабы Катей. Встречаемся около Бабы Кати. Я понял. Давайте. Слышь, у тебя нет нормальных денег дать, чтобы мы сразу ушли? Что? Нормальных денег нет? Что, нету сдачи? Ха-ха. Даю, Сережа. Да я могу и на все взять. Там осталось у вас на 500 гривен? Могу рассчитаться? Могешь. Так, поторговались и хорошо. Все, спасибо огромное, хорошего дня вам. Пионы? Катюня? Может, лучше сразу бы ей не говорили, елки-палки. Может, не будем уезжать, постоим здесь пару дней, и как раз тебе пионы привезут? Пусть тебе позвонят, когда повезут. Так оставь номер телефона. Да и сейчас будет все нормально. Еще раз на привоз приедем. Ты успокойся, ты, елки-палки. Что делать, мне идти в машину? А, не, мы же хотели подарить, пошли. Кто звонил, Марат? Хорошего вам дня и замечательной торговли. И великолепного Марат настроения. Марат уже возле Бабы Кати. Да ты что? Ты знаешь что, Сережа, наверное, на этом мы и закончим. Что ты сказала? Я говорю, на этом мы, наверное, и закончим. Наши с тобой отношения или что? Не, отношения, что нам заканчивать? Что у нас все так плохо? Что ты меня пугаешь? Тут... Пошли. Веселее. Любовь моя, тебе надо что-то взять. И что, больше розовых таких не будет, да? Там пионы будут скоро, ты успокойся. Так, куда пройти так, чтобы нормально выйти? Да вот так вот прямо прошел. Хорошо, договорились. Мне эта тачка начинает потихонечку не нравиться. Давай, там уже Марат сейчас перехватит. Я, ешкин ты кот. От Одессы до Херсона днем и ночь неуклонно держит курс наш старый пароход. И повсюду вместе с нами над высокими волнами от Одессы до Херсона песенка плывет, плывет. Команды корабля не взять мне ты сам, проклятый рот. Ты не удивишь. От Одессы до Херсона. Тюльпаны, хорошие тюльпаны, кому тюльпаны? Это вам там попросили передать. Здрасте, салют, ёшкин ты кот. Кто крайне за огурцами? Катюня, иди сюда, посмотри, как блестят, ёлки-палки. Кто? Ты что, как у меня? А? Яйца? Помидоры, ёшкин кот. Да нет, ты бери выше на огурцы. Славик, салют, родненький, привет. О, Катюша, смотри. Шикардос? Нам ребенку надо. Она уже такое любит. Катюня, сдача у меня, так что не переживай. Теперь я сегодня. А вон там клубника. Немного? Сереж. Какая? Шикарная. Иди покажи. Иди покажи.
будет 73. Тюльпаны красивые. Да, лучшие в Одессе. Теперь. Килограмма 2 будет. Так, что сколько я там должен? 73. Ага, а почем она? Чтоб люди. 50 даю. О, шикардос. Ничего страшного, не укотятся. Взаимно. Да ты что? Спасибо. Говорили, все хорошо. Ёшкин ты кот. Опача. У меня не уже успеваю. Тюльпаны выпадают. Спасибо, обязательно. Катюня? Да, это вам с праздником, с весной. Со... Я скоро буду, Славик, все будет нормально. Ты торгуй, я сейчас бабу Катю поцелую и вернусь. Надо же как это руки себе освободить. Ты не могла сказать Марату? Давай мне, давай, я понесу. Что, тюльпаны? Давай, нет, давай мне тачку. Тачку? Ну на, тебе больше идет. Тем более, ты так сегодня одета. Ой, не умничай. Как раз. Я не умничаю, цены людям показываю. Может, кому интересно. Еще раз говори. Показывай цены. Может, хорошо, Сережа, дай мне пройти. Ты же мне мешаешь с коляской. О, какая собака красивая. Вижу. А арбаджики сколько? Ёпсель-мопсель. А что такое арбаджики? Слышишь? Да ты меня что, каждый базар будешь спрашивать одно и то же? Я забыла. Арбаджика это вот гранат открытый. А, понятно. Поняла? Да. Все, замечательно. Голюся, мальчик, ты такой грустный. На, понюхай. Ну. Да я шучу. Катюша, а. Будет у нас кусочек огорода. Да. Будешь покупать мне эти маленькие чиполинки. Я могу уже купить, может огород появится. Ты думаешь, так надо начинать? Да, я сначала сдала на права, потом у меня появилась машина. А я уже не лет помню. Лет 8 они у меня лежали. Ты что? И не испортились? Ну, водить ты научилась, не сразу. О, по 150, смотри. Ну, так это же уже можно кушать. Есть еще и по 120. Блин, да ты что? Я понял, что вы ее в пакет заворачиваете, чтобы люди слюнями не обрызгали, короче, продукт, правильно? А ты что, какая? Катюша? Ну что, Сережа? Ты давай думай, что нам надо, и потом будем знать, где купить. А ты мне сказал ничего не покупать. Дома, строго-настрого. Это я мог такое сказать? Да, я иду молчу, покорная да женщина. Я трачу твои деньги с удовольствием. Слышишь, так где? Возле Марат. Бабы Кати. Бабы Катю вижу, Марата не вижу. Здрасте, здрасте, здрасте. Ох, у вас блестит, здрасте. Ёшкин кот, сом, рыба моей мечты. Ох, у нас вчера был. Здрасте, тихо, баба Катя. Выбирайте, вам лучше. Это вам на двоих. Здрасте, здрасте, здрасте. А что, как жизнь молодая? Ничего, работаем. Ура! А где усатенький? Не попадался? Салют. Марата не было? Здрасте. А что сам лично? Настрою, все нормально. Был? Марат. Боюсь ребенка разбудить. Ты шума пахнет как дома. Сережка, а что ты второй букетик не отдал? Это ж твой. Да, да, ну. Ты балда. Цветы воровал. А где Марат? Что? А вот они, елки-палки. Евреи в Одессе, утро, блин, еще оказывается доброе поискать утро, надо. Марат. Салют, где ты ходишь? Мы здесь уже были. Да дайте посмотреть уже. Баба Катя, это перестаньте, я вас хотел. Ты что, ты что, ты что? Маленькая липованочка, да. Лежит, я ей песню спел сначала, короче, и спит. У меня тоже племянничный внук, 2,5 месяца. Да ты что? От в шелухе, смотри, красавица. Ну, ай-яй-яй. Работаю, ага. Русалочка. Такой хитрющий на Пасху была у них, они на 7-м небе купили квартиру. Ну, позвонили, а моя дочка уехала с внучкой, документы на дачу. Я одна осталась, они звонят. И приехала сестра меньше, Марина. Ну-ка, поглядеть. Слушай, мы так наряжались. Спит только на грудях. Ага. Животиком только на грудях. Вот тебе аналогичный, да. У мамы, у бабушки спит 2,5 только на грудях. Приезжайте и к нам тоже, поржете, все будет нормально. Вилково, едем на рыбалку? Это
Ой, в этом году, наверное, и на проводы мои накрылись, и все. Думала там на проводы поехать. 4 года уже не было. Тоже 2 года подряд был этот карантин. Да я примерно столько же, елки-палки. Но я сейчас планирую съездить. Да, был карантин, что вот этот коронавирус. В прошлом году война началась. А в этом году у нас красиво. Здрасте. Прошелся, думаю, когда же я тут вас поймаю? Все, одень меня, можно возле ПБК только поймать. Сколько не было? Плов к ночи? Не знаю, не знаю, елки-палки, ёшки-палки. Пипец, сколько уже? 7-й месяц? Будет 7, папаша. А что я не то сказал? Все то сказал, так что очень редко случаемся, блин. Это Нового года еще был, когда ей было полностью. Я смотрел, как вы отдыхали в Турции. 7, 28-го 7 будет. Что там за рыба такая? Приходят, что ты там готовил сам? А я ее... Глубоко она... А вот то, это черт морской. Да? Вот эта вот штука, в которую я там топор погнул. Блин, классный. Это как наш бычок, только он там живет на глубине 250-300 метров, короче. Ну, очень вкусная, очень вкусная черт. Я говорю, привез с отпуска. Ага, да, да. Фу, ты шо, Катюня? Шо, идем дальше? Что, тут все нормально, без изменений, да? Рыба есть, и слава богу. Удачи вам. Спасибо. И камбала? Камбала почем? Камбала 750. Полторы, наверное? 750. Упала цена, елки-палки. Ты что, можно брать? Марат, есть деньги? Бери камбалу. Камбала живая? Ура. Я уже так боялся рыбы, что я уже... У нас вчера был сон. И маленький секрет открываю. Видела шашлычки ваши. Да это еще не то. Подождите. Сегодня выйдет видео, кайфанете, елки-палки. А слюнями чуть не подавилась я. Это Вилково... Ай-яй-яй, все, по секрету вырубай, тут уже начались дела. Так, вот такой кусочек? А сколько там? Ну, 4 получится, да, стейка? Да. А что? Скажи мне, может, кусочек хвостика возьмем? Катюня, извини, вот такой вот, не? Напополам, потом развернем, почистим и сделаем. Не хочешь? Хочешь, давай. Давай, о, вот давай, видишь, как я торгую. Тот вот же это, больше. Это от головы. Хорошо. Что-то я бы взял этот. Вот ты такой, Марат, интересный. Катя ж попросит еще засолить. Не, да, у нее есть, у нее осталось, да. Все, не слушай его, ну его в ванне, елки-палки. Вот это как заморочит яйца. Вот так, чтобы мы сами запутались, да? Да. Это наш хороший клиент. Какой? Марат Джан, да. Бородатый? Усатый? Нет, какой усатый? С такими красивыми глазами. У него борода только под носом. Договорились. Ну, ты любишь рыбу, конечно. Я вот не хочу лично красной рыбы. Переела, все. Переела, да. Вот ты, Марат, рассчитывайся. Здрасте. Вот этого пацана ты слышишь? А морчопоги назвали. Елки ты палки. Ах ты шо. Вилково я знаю, кто главный по селедке. И в Одессе теперь тоже знаю. Здравствуйте. Александр, Катюня, посмотри. А вот это ты вот все? Ты понюхал. А что я нюхать у меня такой? Он уже унюхался. Я уже унюхался. Я скоро на днях, наверное, может быть, совсем недавно поеду сам коптить Вилково. Так что давай. Сережка, а ты мне на следующие никогда... выходные эта грядка будет уже с моей подачи. Ты мне никогда шо? Ничего не делал из икры. Из какой? Дунайки. А что, взбить тебе ее? Она вкусная. А зачем котлетки? Взбивать? А пожарить? А пожарить? А засолить? А что угодно? Яичком, да? Ты что? Ай-яй-яй. Или да? Уже перебор будет с рыбой? Я хотел сказать. Да я и жарю. Слушай, у нее память девичья, все нормально. Мы с Вилково едем. Вот Вилково я тебе пожарю свеженькую. Все. А то ешкин ты кот, как наговорят. Что, почем селедка? 200-180. Вот это, 180, да? Слышишь, это прямо как я по утрам в ванной. Выдали Марилучика. Ярофон, Тельвен, Солечко, ой, баба Катя, что делает? Ты посмотри, елки-палки. Баба Катя была сегодня в прямом эфире. Серьезно? И кто? Да, уже кто-то снял бабу Катю с утра пораньше? Ты шо? Рыбу взял? Какую? Рыбу на уху взял? Нет. Ну так а что ты стоишь тарабанишь? А что ему делать? Что ты мне тут делаешь нервы? Пошли куда надо. Так, ребенка не надо. Там у меня все порядочек, все хорошо. Для него это нормально. Да. Вонючий, хорошо. Что ты как это, елки-палки? Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Малосольная дунайка. Марат, ты ж уже опытнее меня в этих делах. Сережа, а серьезно, ты заказал рыбу? А сок мы пьем? Попить хотите? Сок с горла? О, Марат, вы прямо как это?
Иди сюда, я ёшкин ты кот. Вот вы даете, блин, пипец. Пописуй. Давай, я наливаю. Да. Тогда ты держи, давай. Здрасте. По телевизору. А он тут бухает под розами. Так, сколько нас? Четверо? Ну, нас пятеро, но вряд ли Мелания пьет сок. Мелания будет через другую бутылочку пить. Что, лежит? Та ты что? А я с горла. Короче, ребята, ваше здоровье. У кого Давид мой? Марат, не чокай. Ладно, давай, все, ваше здоровье. Оператор заморочил МДБ целые елки-палки. Возьми ты рыбу. Пошел до ББК, и взял хорошего сазанчика. У нас ресторан есть, Сережа? Да, варить будем юшку. И толстолоба на 10 килограмм оторвал такого. На 10? Один в 10, да. Ну я обманываю, 9600. Иланечка, проснулась девочка. А, дали тебе? С косточками? И я еще хочу. Такой вкусный сок, что хочется и стаканчик. Да, очень сладкий. Он при мне давил его. Да? Да, это что, оригинал? Класс. Спасибо. Вот это да. Что, Таро? Тебе еще. А мне плохо не будет? Марат, спасибо. 41 минута 11. Блок к 21 будет готов? Будет. Сегодня? Да. Я не знаю. Если мы с привоза выйдем до 2 часов, то все будет нормально. Так, нам надо, куда мы идем? В Мясной или к Сереже? Куда вы хотите? К Сереже, ему надо саблю отнести. Идем к Сереже, поздороваемся. Идем. Пошли. Катюня, ну сними ты цены, ешкин кот, людям. Я бы вот хотела вот там вот, где цветы, погулять, а вы меня туда не ведете. Ладно, идем. Куда? Скажи мне, это твой букет или я могу кого-то еще подарить? Это мой букет. Ты уже бабе Кате не подарил, поэтому... Я бабе Кате подарил. Да ты им сказал один на двоих. Правильно, а что тут такого? Мне аж неловко стало. Да я тебя умоляю. Здрасте. Здравствуйте. Ты что? Здрасте, здрасте. Ёшки, ты кот. Да, яблочко для мамочки нам надо, он уже гривен. Люди подсказывают. По 15 гривен, по 20 есть хорошие. Сегодня. Ты хотела цветы, вот те цветы. Нет, унюхайся. Это я такие не хочу. Немножко по другому назначению. Спасибо тебе, конечно. Так, я, кажется, ряд перепутал. Давай, идем сюда. Пошлите со мной, я знаю дорогу. Давид, здравствуйте. Вот он постоянно с другой женщиной. С другой, да. Катюня, то оператор, то здравствуйте. И все время с другой. Когда же он успевает? Здравствуйте. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Спасибо. Всего доброго. До свиданечка. С другой женщиной. Меня видели? Да. Ну вот. Ты что? Да. У меня их две. А нет, три. Гарем целый. А Марат же мне предлагал завести. Что тебе предлагал? Гаремчик. Гульнуть? Гаремчик. Эх ты, Катюня. Что нам надо? А ничего нам не надо. Сало, мясо? А Давид же хотел что-то молочное. А песня надо. Соловью, друзья, мечта. А я сияю, аю. Миланька, ты будешь смотреть? Ой, солнце! Солнце! Салют! Танечка, привет! Ёлки ты палки, здоровенькие были. Ты шо? Кто тебе... А? Да вот она маленькая. Скажи мне, а где в Одессе курсы вот эти вот находятся, где учат так сало выкладывать? Ты шо, гирлянда? Вы мне заходите, научу. Шо, оператор? Слышишь? Я не знаю, что у тебя, но у меня фантазия. А почем оно? Наверное, попробую. Миланюшка? Сало, ты посмотри, какое сало, елки ты палки. Фу, Катюша. Танюша, я не буду, пусть евреи едят. Марат? Нет, спасибо. Нет, ты что, я... Конечно. Пипец, давай хотя бы немножко. Все, больше не давай, потому что хватит. Брат. Марат, Джан, иди, что ты как ты, это оно кошерное, все нормально.
Потому что в Одессе в субботу. Что вы ему на привозе все кошерно. Сало дают, 50 грамм не наливаю, да, Мара? Да, он сока выпил. Катюня, ты будешь? Нет, благодарю. Нет, она не будет, у нее желудок. Какой у меня желудок? А почем хоть сало, расскажи людям. Там 250, почему 290? Соленый бекончик 290. Короче, у тебя как в Нацбанке стабильно все вообще не меняются. Ты что? Пошли за рисом. Через 2 года, пойди. Кстати, мы же давно хотели. Что? Показать людям, где все для плова. А его же нету. Ну и что? Так мы же покажем без него. Поехали. Поехали. Танюша, хорошего дня. Спасибо. Да блин, быстрее ты к нам придешь, пока доберешься сюда. Хорошего дня. А где Давид? А Давид уже вон, он покупает, что-то уже там тратит. Опача. Ты что, мы там сало едим, а он здесь колбаску, елки-палки. Давид, а что ты тут делаешь? Чем тебя угощают? Это вы тут берете всегда? Да. Добрый день. Здравствуйте. Сережа, ты посмотри на эти палочки. Вау. Ты что, и все упругие блестят? Катюня, посмотри сюда. С горчичкой дижонской. Давид, что ты берешь? А поморщенные какие? Я взял вот такую, взял сальца. Ага. Здесь есть вкусная коньячка, это какая? Вот это? Да. А ты что, посылку на Израиль собираешь или себе покушать? Нет, пока себе покушать. На Израиль поедет позже. Репетирует он, да? Ты что? На, вон, попробуй. Ослепительно. Не, я не буду, пусть он. Давайте я попробую. А ты попробуй, да. Я не знаю. Сало она не хотела. Катюня, давай, с удовольствием. Вкусно. Ёбы ВГД. Вот это шикардос. Да. Нереально вкусная. Катюня, нам тоже что-то надо? Наверное. А? Здесь есть макарон. Давай. Есть макарон из конины. Там мне вот это вот понравилось, сморщенная. Катюшка. Мне все. Нет, нам, Сереж, не надо. У нас дома лежат еще колбаски. Ладно, блин. Ну ты хочешь? Взяла меня только что и этот. Ну возьми, что тебе надо. Да вот тупо морщенную. Ну возьми. И нам вот эту вот упругую заверните, пожалуйста. Сейчас. Ты что? Ага. Слышишь? А если здесь взять две, то может и нунчаки можно, а может и руль сделать. Ан-дан-дан-дан-дан. По привозу, слышишь? На своей колбасе гонять. Не знаю, кого снимать. Обалдеть. А снимай, мадам, она интересная. Ёлки-ты-палки. Всех снимай. От Одессы до Херсона днём и ночью неуклонно. Спасибо большое. Не обещаю, но Давид рядом, если что, подсобит. Не, все нормально, рассчитаюсь. Сколько денежек? Даю. Он почти без дачи. Бабах, тракбах. Все. Вот так вот и хватит. Да ты что, у тебя было? Все. Спасибо огромное. Спасибо, будьте здоровеньки, до свидания. А он растет маленько, уже в коляску не помещается. Дать колбаску. Надо, когда. Да. Смотри, оттянет. Подожди ты, елки-палки. Давидка, не забудь тачку. Ох и балаган. Как это? Обыкновенный день. Муравей. В субботу на привозе, да. Миланька, поехали. Дай, 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 да, 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 дай, 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 дай. Воистину воскрес. Едем, 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 едем. Маратик, что ты бегаешь с этими стаканчиками? Как будто бы на что-то еще рассчитываешь. Вас снимаю. А? А где эта королева красоты? Нет, ему тогда надо забрать, или он будет скидывать. А, вот неспокойная. Я думаю, что если мы уйдем, сейчас там купим все для плова, вернемся, она будет все равно здесь по рядам ходить. Оп, все, разминулись. Взаимно. Оп, 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 оп. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Марат там очередь занял. А вот тут, у Лилечки, да. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Ты что? А где моя Катюша? Да тут твоя, тут твоя. Иди сюда, мы здесь искусственную очередь создаем. Поздоровкайся.
Здравствуйте. Что там, как всегда, и все нормально, да? Цены не меняются, даже спрашивать не будем. Просто вкусно. А, ты балда. Это вам передали с рыбного ряда. Только извините на двоих. Самые красивые, елки-палки. От оператора. Все, вам хорошего дня, замечательного настроения. Не надо, не надо, она не любит. Поехали, все нормально, поехали, все, поехали. Нам надо уже ехать-то. Подожди, уже люди просят. Ну, ты все. Но это как-то некрасиво, Сережа. Хорошо, я это вырежу, елки-палки. Мама дорогая. С удовольствием, конечно же. Скажи. Спасибо огромное. Марат, мне и тебе. Будьте торговли, девочки. Давидка, открывай тачку. Сейчас. Опа, хоть что-то, чтобы ты не с пустой ходил. Сережа, там картошки килограмм. Марат там уже что-то набрал. Хай, гуй, пошли. Возьмите, пожалуйста. Ой, Марат. Вам капец, дай Бог здоровья. Будьте нам здоровенькие. Да? Алко. Все будет, спасибо вам. Все будет замечательно. До свиданечка. Оба-на, выезжаем. У нас появился спиртометр. У кого? Купил. Теперь, ты что? Теперь, когда ты будешь пить пиво и говорить мне, что один бокальчик, я тебе буду вставлять в рот его. А это туда надо вставлять? Ну, не знаю, куда-нибудь вставим. А если я уже буду не в состоянии, то куда его надо вставлять? В попу тебе вставлю. Тьфу ты. Это тоже клизмометр называется. В мясной, да, ребят? Да, в мясной. Который? Вот он. Я здесь. О, я уже увидел. Что? Игоря. Как тут проехать? Мадам, позвольте, я аккуратненько. Да лучше бы ты ее тут оставил. Да все будет нормально. Будешь. Здравствуйте. Игорёня, салют. Здравствуйте. Здоровенькие были. С праздниками со всеми тебя. С наступающими. Как дела? Ой, Марат, гефильдефиш, ты видишь, мама дорогая. Ух ты, рыба фаршированная. Да ты шо? Лучший шматочек. Скумбрика. Ёшкин ты кот. Салат мимоза. Да у Игоря, как всегда, все вкусно. Шуба. А оливье с копченым мясом. Причем мясо сам коптит. Игорёшка, что ты, как жизнь молодая? Нормально все? Ты на рыбалку рыбалишь? Да? А, не рыбали? А мы рыбалим с Маратом. Ты видел, сколько мы еще умеем ловить? Обалдеть, елки-палки. Ты что? Ага. Она и там жарко уже, да? Потягуси, потягуси, привет. Кролик маленький вот такой с ушками. Да, потягуси, потягуси, потягуси. Доброе утро. Привет. А Гуся? Все будут добры. А Гусечка? Ага. Скажи, доставайте меня бегом из отсюда, быстро. Вот такие ушки у нее. Кролик. Сдаюсь. Да ей жарко. Давай сейчас будем уже или на руках носить. Не, пусть лежит на руках. Что, хорошего дня, замечательных продаж. Да, в любое время. Все, а мы сейчас торопимся снимать плов. Или что? А, готовить плов. Снимать не будем. Все. Все, будь здоровчик. Давай, давай, вперед. Где Марат? А, он там уже возле Вики. Слышишь, а Вики цветы не подарили? Виктория, извините. Ну, ничего страшного. Идем. Иншим разом. Пошли, Катюшечка. Он тебе привет передает. Ты что, братик, красава, елки-палки. А ты знаешь, что это? Нет. Ноги. Ну, понюхай. К счастью, две дороги. Баран? Барашики, это такие, ну, таких не бывает, ты понимаешь? Ты что? Это спецзаказ. Это я вижу, что спецзаказ, таких на самом деле не бывает. Это же... Сейчас те, кто понимают, падают в обморок. Такая, да? Баранина, ты что? Я думаю, что от такой у нас вертел треснет. Или вертел, как его там. Слышь, она обалдеет, лежит и улыбается, все у нее хорошо. А у Вики экспонаты, ты видишь? Один лучше другого. Да, Виктория, здравствуйте. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Свободу. Ты что? Выбрались и вывезли, и как это, и оператор на свидание позвал, да, и все в процессе, короче. Изучайте яркие краски.
Наши молодые днятины. Да я не просто дышайте. Не знаю, это или освещение у вас правильное, или это просто да. На самом деле бесподобное. Ну, этот размер, а чупа-чупсик, взял в руку, так вот два раза поводил по деснам, короче, и все. И косточка софиты в зубах. Что цены побежали или остановились? Побежали чуть-чуть? Да, побежали. Шо, а бабушка 260, ага. 250. Нормально, слава богу, да. Чилогачик, конечно, 400 стал. Вау! Но это далеко не камбала, поэтому это дешевле миллион. Кушать, да. Вот. Дешевле кушать баранину. За дочек был, например, 240, 250, сейчас 290, 280. А я вообще цены не слышу, я просто мне приятно вас. Именно голос такой, именно прямо по ушам льется, шикардос. Здравствуйте, барышня. Да, привет. Да. Ой, самая вкусная курточка у меня в мире. 100%. Ты бусинка моя. Фу, у вас тут хорошо жарко и голуби летают. Поехали быстрее, Сережа, мы ничего не успеем. Мы, короче, как обычно, куда-то торопимся. Давай. Все, целую ваши ручки. Все, пока. Хорошего дня. Курдюк, Марат, ты хотел с языками что-то когда-то сделать. Этажи были, мы не могли прийти. Приходите. Великолепно вы летите, Екатерина. Ваш труд великолепно заметен. Да. Да? Да, очень. Смотрите аккуратно, чтобы вас господи как не уносило, обырешно. Берегите себя. Ты что? Понятно, Сережка? Да. Хорошо. Не, ей там пишут в комментариях, что лошадь. Ребята, скаковая. Это на елке. Арабская. Гончая Сережка. Катюня. Спасибо, ты посмотри на эту прелесть. Елки-палки. Лучший. Ага. Конячка моя. А почем язычки? 300 гривен. Ой, скоро будет из них шашлык. Да нет. Один? Нет, килограмм. Один бесплатно. Все, пока-пока. Пока-пока. Маратик, вы уже мясо купили? Сейчас буду, надо нам. Сейчас буду говорить. Здрасте. Килограмм 7-8. Здрасте. Слышишь? Хочешь через терминал, хочешь через желудок, рассчитывайся, как угодно. Смотри, все цены написаны, Сережка, спрашивать не надо. Да и не надо, снимайся Марат, внимательно, аккуратненько, телятинка, да. Да, я говорю, вы такой магазин нашли? Да. Этот магазин да, «Привоз» называется. Да, можем пойти и вернуться, да? А вы нам подготовите. Да, давай. Все, добро. Тогда погнали, короче, туда, куда нам надо. Да. Потом через мясо берем рыбу и едем, куда нам надо. Все. А наговорил. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Эх ты. Сколько лет, сколько зим. Это точно, елки-палки. Слышишь? Так давно вас... мы первый раз здесь были, она еще уа-уа говорила. Сейчас она уже бормочет. В следующий раз, когда мы будем что? Бегать будем. Уже будет за руку, будет за руку ходить. Так побежит, я точно на привоз. Ой. А через два раза уже сама на привоз будет без нас ходить. Без вас. Да. Так, погнали дальше. Всего хорошего вам, всего замечательного. Гай-гуй. Катюня, покажи людям дорогу, где надо идти покупать. Девочек пропускаем и ехаем. Опа, я снайпер попал сразу аж бегом. Ребята, вот так вот выходите и видите вот то, что красивое там. Азия, сыры, халяль. Нам тудой. Марат, я теперь понял, как ты их нашел. Тут же такой ориентир, не ошибешься. Как ты, посмотри, это просто шедевр, елки-палки. Здрасте. Привет. Ой, как пахнет. Здравствуйте. Что? Йо-хо-хо. Швазер не привезли нормально? Все, тогда давай возьмем вот эти вот, то, что мы брали. Да, Два мешочка вот таких вот. Хороших. А что, зигер есть? Зигер есть там. О, ребята, зигер находится здесь. Ты что, у меня там спрашивают уже 1 200 000 людей, что такое зигер и где его взять. А где, идете седой? Вот, можно будет в следующий раз из зигеры тоже сделать. А что в следующий раз? Так делали. Возьмите в этот раз. Не? Немножко его подготавливать надо по-другому. А. Да, тут же оригинал, тут же не кирпичом крашеный, правильно? Вкусно пахнет, да? Правильно. Ты что, какие рисы? А можно здесь и изюм сразу у ребят взять. Все, бери изюм. Да, специи тебе там надо, что-то там, зира надо? Да.
Зира и кориандр. Мурат, вы что, растерялись? Ты певица. Нет. А эти запахи просто пьянят. Тут такой аромат стоит, что... Были бы волосы, встали бы. Надо. Тут прямо такие краски, да? Девушка, можно нам зиры, пакетик и кориандр? Ты, моя хорошая, что, пойдешь на руки? Ну, чуть-чуть, да? Вот так. Давай, 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 идем, моя принцесса, на ручки. Сережка, барбарис у нас остался? Надо взять. Я хочу пусть вот будет. Эту баночку маслин. Слышишь? А вот только... турецких. Какую? Вон там турецкие маслины. Ну, хочешь, возьми. А, вот в той квадратной пластмассовой? Да, они вкусные, я помню, помню. Они же там вяленые, да, если не ошибаюсь? Ну, такие полные. А, поморщенные. Вот то, что моя колбаска. Так. Барбариса нам еще вот этого красненького. А изюм вы сказали? Изюм это с той стороны сейчас пойду. А, это надо в разных местах? Возьмем. А ты курагу здесь заказал? Не, не а рассчитываться? Курагу заказал? Кого? Курагу заказал, там изюм там. Еще ничего не говорил. Так вот заказывай. Меланхолия, дульче мелодия. 150 вот такого и 150 темного. Два по 150. И конфету. Знаешь, что мы забыли, Сережка? Нет. Что сделать? Без нута будем готовить. Ай-яй-яй. Побольше кураги сегодня поставим. А есть у тебя консервированный? А ну покажи. Слышь, так может уже есть и плов готовый? Возьмем, разогреем, да и все. Бессовестный. Вот передайте себе привет и супругу вашему. Ага. Вот и тебе себе, и мужу. Да. Спасибо вам большое за вашу передачу, за ваши рецепты. Они лучшие. Серьезно, вы лицо Одессы. Реально. Ой, я вас смотрю. Аж в жар кинула. Спасибо огромное. Стараемся. Я тоже знаю. Да я тебе говорю, ты что, Катюня, мы отсюда уйдем, не уйдем. Я не поняла, что мадам, что это а вы рабочие здоровенькие, да. Ты что? О, боже мой, Сережка. А Марат сразу свалил. Марат, это из-за тебя все. Так, да. Я иду рассчитываться. Оператор, давай рассчитывайся. Зигер, если что стоит, я сейчас скажу. 250 грамм, 110 гривен. Чтоб люди знали. О, с удовольствием. Марат, вы же все давай, взяли? Все будут думать теперь, да. Что это наш ребеночек. Могу рассчитываться? Да, можешь рассчитываться. Ну, сколько стоит? Спасибо вам. И вам огромное. Ура! Да. Девушка, команды корабля. И что? Случилось? Ура! Сколько вышло? На 1180. А в килограммах? Все, великолепно. Давидка, что тут осталось у тебя в этом кабриолете место? А это ты так думаешь, что нет? Подержи ребенка. А все. Ему рассчитываться надо будет сейчас? Ничего страшного, сейчас я... Я сейчас впихну. Нет, давай, надо, чтобы Давидка рассчитался. Открывайте кредит. Оп, спасибо. Колеса не отвалятся? Слышь, там же еще и Carpital Salop, ешкин ты кот. Ну, в руки уже возьмете, да и пойдете себе. А Давид говорит, не влазит. Влазит, родненький, все. Сколько кота килограмм не хочу. Вы знаете, да? 140. 140 килограмм? 140 килограмм? А, 8400. Аккуратно. Ты цену спрашиваешь. Так, что мне надо? Давай мне ребенка, ты бери тачку. Оп, опять рокировочка. Я мастер по всовыванию, ты понимаешь? Всунул все, и дальше опять ребенка носишь. А что ты всовывал? А то, что у Давида не влазило. Я даже не заметила. А мы в машину влезем? Я тебя умоляю. Рядышком будем бежать, там все будет хорошо. Так, Давидка рассчитался. Все, вот так вот на рыбу. Мы будем идти, аккуратненько зайдем до Сережи. Даже если его нет, передадим ему что-то, правильно? Привет, пошли. Тогда мы не выйдем в рыбу. Нам надо рыба. А рыба там чуть-чуть сюда. Давид, телек, что не забывай. Ноги. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо. О, так, а что ты думал? Что, перегруз? Заносится. Давай, давай, давай. Ах ты, мяско. Потому что для привоза другая тачка нужна.
А может, носильщик тебе нужен, Сережка? Не, не надо. Здрасте, привет. Что, как здесь молодая? О, нифига себе, печеночка, елки-палки. Кто-то, кто-то оптом любит? Тьфу-тьфу-тьфу. Хорошего дня. Полетели. Что? Ёшкин ты кот, конечно. Ёлки-палки. Огромный вам привет. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Сколько приятного сказано. Идем до Сережи зайдем. Тем более у нас есть ему что показать. О, Марат, вот такая тачка нужна. Вот это хорошая. И Миланию туда, и тебя туда, и всех. Здрасте, доброе утро, привет. Ты что? Нет, мы с коляской, но Марат ее тягает туда седой, короче. Что, Сереги опять нету? Да, он сегодня там по делам в кузне поехал. Серега, привет тебе огромное. Я хочу сказать спасибо огромное за вот этот вот филейник тоненький. Филейник, сорбиса, да. Сурбиса, вот да, он, конечно, делает. Сурбиса, я даже не знаю, что. А у вас что, остались? Все, если что, ребята, все вопросы к Сереге. Вот такой, у да, меня... Вот, да, 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 именно он. Вот, ты что? И черный. Это, конечно, нож шедевр. Что он делает с рыбами? Катюня, тебе уже звонят, нож заказывать? Угу. Я говорю, это не к нам, это к Сереге, вот номер телефона. Да, не знаю. Милания, собственной персоны, лучший кролик, лучший кролик на привозе. Я что хотел сказать? Я его наберу, а тебе сейчас передам, а ты ему передашь, правильно? Вот ты заинтриговал, подожди. Да, это больше просьба, потому что никто не может сделать. У меня есть... Задумка должна быть, да? Шпа, рапира. Мушкетеры? Ну, типа а-ля, да. Да. Рукоятку сделать, вот что-то, да? С рукояткой, да. Ты ему просто передай, а я его наберу, мы с ним посоветуемся, и что-то такое красивое придумает. Хорошо. И я его потом воткну. В креативе, да? Так и будет такой на стеночке какой-то такой. 100%. Будет, да? Да? Карася дома, большого. Над камином. У людей над кабанами висят, короче, вот эти вот шпаги. О, а еще нужна вторая, дом, слышишь? Кстати, да, для симметрии будет как эти. Все. Как... Или какой-то серп какой-то сюда можно тоже будет для этой. А у меня есть там и сербы, есть, и там, ну, еще вот, это целая как, куча как всего. Вариант для, ага, симметрии. Ну, либо две одинаковые. Фу, ты что, хорошо, а? А вообще никого нема, да, сегодня? Нет, сегодня и с пацаном отдыхают. Да, ребята, да, приятных выходных. Все вам огромное спасибо, что у вас нормально, терки есть, ножи, да, есть. Да. Короче, вас не хватало. Ты что? Там мы, всегда есть, только не всегда сюда. Я извиняюсь, добегает. Мы делаем скруточки такие для ножей. Для ножей? О, это как у Марата, обалдеть. Да, да, да. Делаем специально, потому что многие заказывают, надо под, как называется, для суши ножей, вот эти вот подлинные. Вот. Суши нож, короче. Да, для, да, стандартный поварской набор. И вот, кстати, кто делает, расскажи. Шо? Это делает Денис. Деня сам шмаляет? Да. Я думал, он только точить умеет, ничего себе. Нет, он, короче, может топорики под, топорики тоже. Шикардос. Это счастливая работа. Красавчик. А потому что у нас самые замечательные руки, елки-палки. Да. И все на привозе находятся. Спасибо огромное. Благодарю. И все. Обалдеть, елки-палки. А еще, Сереге, спасибо за тот нож, что он мне подарил. Вот такой вот. Ага, только, да, черный. Еще обалденный. Марату передал. Блин. Походный такой. Катюня, да, слышишь, выпиши мне пендаль, я отсюда не уйду. Давай, я уже мне даже канистра надо. Выходи, Сережа. А, ты хотела кому-то, Марат, ты кому хотел маленькие детям подарить? Бабочку такую. Тренировочную? Бабочку Радику. Ради. Давай возьмем. А дай нам самую тупую. Они все, вот они все, вот эти вот, они тупые. Они идут с расчесочкой, то есть можно расчесаться. И только вы выбираете свет. Вот они все тупые. Не, у нас а, было... не, он хотел, именно бабочку у вас были такие? Да. Но, типа, но не расческа. Но не расческа. У меня, может быть, у нас просто сейчас закончились, может быть, на другой. Все, в другой раз приедем. Да, или в другой раз. Давай. Ну, сейчас только расческами. А, вот такой вот у меня, короче, елки ты палки. Походный, я, да, уже пробовал им резать, полки, осталось только покидать. Надо забор вы. Вы подписали его еще? А это я видел. Да. А это что? Сережа, пендель выписываю уже. А ну попробуй. Фу, это не. Ладно, идем, целую. Идем, родной, нам готовить. В одной руке с ребенком, в другой руке с ножом. А ну попробуй. Все. Сереге и ребятам огромный привет. До свидания. До свидания. Катюня, ну что это за толщина? Посмотри сюда. Смотри, да я вижу, что если уже, если дернул, то всю коллекцию, короче. Ага. Это Сережа делал. Он когда первый раз принес, я такая говорю,
и что, у нас здесь будут метать? И мне такой немножко такой, он говорит, да не, ну это витрина. Я говорю, просто мы тут все будем в ножах. Все. Говорите, мы уже пошли. Пока-пока. Счастливо. Ну что, я быстро ушел? Слышал? А ты переживала, слышал? Как это? Там же пенделет Милане. Твоя уже дочь, елки-палки. Гоняете меня, блин, от шикарных мест. Идем, рыбу заберем и едем. Так, а ну давайте ваши подписчики, чтобы пришли за клубникой. Подписчики срочно все за клубникой. Да. Почем она сегодня? 100 гривен килограмм. Ты что, бесплатно? Уже... Я тебе говорил, надо было брать, елки-палки. 100 гривен килограмм. Да? А сейчас еще чуть-чуть и бесплатно будут раздавать, так что все будет нормально. Сейчас ее станет столько. Ну, бесплатно не будут, Сергей. Ага. Огурчики, редисочка, ну, молодая капусточка, елки-палки. Прямо рай. О, тюльпаны. Что? А что, твои раздарили? Да. Тюльпаны? Ну, бери себе. Ты хочешь? Хочу. Ну, давай. Давай. Аккуратненько. Давай мне тачку-тележку. Нарциссы понабирала, тюльпаны и надо. Здравствуйте. А можно у вас тюльпаны купить? Тогда давайте, какие ты хочешь? Вот те большие и вот те розовые маленькие. 10 гривен штука, 10 штука, 5 штука. Сколько тебе надо? Штук 11. Ведерко, а? Штук 11. 11 штучек, там, будьте так любезны, наковыряйте. Еще и маленькие хочешь? Да, розовые. А, вот те маленькие вообще розовые, нежные, да. Спрятались возле желтых. Ой, балдеж. Да, да, да. Давай я буду выбирать, да? Ну или... давай, раз ты не хочешь для людей снимать, конечно же, выбирай, делай, что хочешь. Что-то мы и Марата потеряли, и Давида. Рассыпались ребята. Помидоры уже по 70, молоденькая капусточка 55, огурчики по 100, гранаты, перец по 100. Нам не надо перец? Перец? Острый. Катюня, ты меня пугаешь, когда тебя гипнотизируют что-то. Стало все и втыкаешь. Не переживай, тебя самые красивые выберут. Все, я отключаю. Хорошо? И что, даже не покажешь яблоки? Ну, пойду у бабушки возьму траву и... Крапиву? Да. И щавель там. А что ты будешь с ней делать? Маме отдам, она суп сварит. А, маме можно, конечно. Иди. Букет красивый, но не потрогать, не понюхать. Миланька, смотри, какая крапива замечательная. Елки-палки. Да, тоже пришла сегодня на базар что-то покупать. А вы знаете что? Нет. Наварить борща. Борща? Борща наварить. Ага. Накормить маленькую. И что? И что? И все будет класс? Хорошо. Ты поняла? Что? Борща наварить с крапивой и дать маленькой. И сразу пойдет и заговорит, и песни будет петь за всю Одессу. 7 месяцев. Даете мне потрошку? Не, уже даем, там уже яблочко, там уже там подпекаем, и кабачок там варим, сегодня купили цветную капусточку, ну уже кушает, молодец. Уже и печенька в руке правильно держит. Еще чуть-чуть и карася уже жареного начнем давать. Ага. Да. Что, сколько? 12 внуков. 12 внуков? 10 правнуков? Что вы нам были здоровы, Катюня? Тебе есть куда стремиться, слышишь? А, не, мне, а сколько детей? Мне. А детей сколько? Детей сколько? Двое. Двое и 12 детей, 12 правнуков? Внуков и 10 правнуков. Обалдеть. У сына 8. Ага, у сына 8 человек. Ой-ой-ой, ты шо? Ага. Так, сколько денежек мы вам должны? 3, там 2 шпината, 1 щавель. И 1 крапива. 30, 15, 45. Итого. Катюша? А. А ну дай, чтобы у меня было больше. У меня есть почти без сдачи. Дай гривен 100 внукам на конфеты. Да я не знаю. Вот. А вот так просто вот я дам. Больше. Сейчас. А ну-ка. Слышишь, не хватает мне, конечно, руки. Так. Возьмите тут вот вам. И внукам на конфеты еще. И правнукам. Все, будьте здоровенькие. Спасибо. Все будет добро, спасибо. Ты за цветы рассчитался? Нет еще, у меня же денег нет. Иди рассчитывайся. Так, аккуратно, чтобы она сейчас крапиву не потрогала, потому что ох, будет чесаться. Идем. Что мы вам сколько должны?
110. Да. Не, Катюша, давай твои цветы, давай ты и твои деньги. Катюня, ничего не забыла? Да нет, уже пошли, уже. Телефоны, просто... микрофоны, и что? Парень? Первый парень на деревне. Здрасте, здрасте, здрасте. Все-таки урвали тюльпанчиков, да? Не только тюльпаны. И крапиву взяли, борща сварим. Так, вот, вот так вот, слышишь? Полная тачка. О, привет, да? Цветов. Ну, вспотел трошки. Катюня, покажи ты людям цены. Что ты вот это, как я тебя точно на курсы отправлю пошли куда-нибудь. Уже, поехали уже, да Марат. Да покажи нервничает. Людям же интересно, что же они вот это смотрят и смотрят. Здрасте вам, здрасте. Вот эта женщина нам всегда картошечку отбирает, когда вот я там вот шикарная? Да, да, один да, да. Да. Здрасте, здрасте, здрасте. Спасибо вам за шикарную картошку. От Марата. И меня. Все, поворачивай налево, забираем рыбу и побежали. Смотри, 50, 60, 70, все, что хочешь. А вот есть зеленый, смотри. А? Хабанера. Хабанера только наш, сладенький. Редисочка, помидоры, все, это ослепительно. Ой. Может, ты там уже с рыбой... Конечно, елки. Она запоминает, где хорошие люди и цены, елки-палки. А с другой стороны, там, где хорошие люди, там и хорошие цены, правильно? Приходи, мы твою икру накормим. Ой, не надо, не надо. О, так, благодарочка. Это я вот... Где вы делись? Не, мы на базе. А что, треснет? Ну, конечно. Слышишь, десятка толстолоб. Катюня, что давай тебе взять? Дай я сейчас всуну аккуратно. Покажи. Сейчас покажешь. Опача. На здоровье, удачи. Все, а ну-ка, открывай. А что там, короче, машина, она и в Африке машина. Вот это юшка будет, мама дорогая. Так, теперь добавляй, Катя, спасибо огромное. Да видишь, рука освободилась, на, подержи. Красава. Так. Можно машину прямо сюда подать? Можно, Давидик, можно. Что там, баба Катя, я могу забрать? Ага. Та проснулась, не захотела долго лежать. Карасик, карп 120, толстолобик, ты шо? Дунаечка вообще бесценной цены не имеет, ты понимаешь? Вилковская рада. Карася крупного нету, да? Шо, накидывайте, я поймал? И вам спасибо огромное. Все, поймаю, куда же я денусь? Все, пока-пока. До свидания. До скорых встреч. До свидания. Слышь. Катюня, я не знаю, слышь, давай, может, здесь скажем, ребята, от всей души и с хорошим настроением для вас сегодня. Хе-хей! Заглянул на привоз, одесский репован. Всем пока-пока. Чао!